Петербургские трамваи оснастят розетками для зарядки телефонов. Комитет по транспорту подвел предварительные итоги уходящего года и рассказал о планах на следующий. В тестовом режиме трамваи с USB-розетками уже курсируют на двух маршрутах на севере города. В следующем году их станет больше. Зарядниками для телефонов и планшетов теперь будут оснащать все вагоны во время ремонта. Чиновники отмечают, в этом году горожане стали активнее пользоваться наземным транспортом. И качество услуг на наземном пассажирском транспорте, что касается автобусов, троллейбусов, трамваев, возросло. И люди стали больше пользоваться, в том числе наземным транспортом, а не только толкать, устраивать большие столпотворения в метро. Модернизации ждут и другие виды наземного транспорта. В частности, сейчас успешно проходит тестирование электробус. И, скорее всего, в следующем году такие машины будут постепенно заменять привычные автобусы.